Молодые и талантливые. Губернатор Павел Коньков встретился с лауреатами президентской премии в рамках нацпроекта «Образование». Все эти юноши и девушки, школьники и студенты добились значительных успехов в самых разных сферах деятельности. Если говорить про проекты, то спектр проектов на самом деле абсолютно разнообразный. Это как от своих личных проектов, так это дизайнерские решения, это разработки в области развития современных технологий. Но большая часть все-таки это все те, кто достойно представляет наш регион на олимпиадах, на состязаниях, как я говорю, особенно всероссийского уровня. Приоритетный национальный проект образования, объявленный президентом, реализуется с 2005 года. За это время лауреатами от нашей области стало 400 ребят. В этом году их 40 человек. Отбор кандидатов производился по нескольким номинациям – от художественного, творчества и любительского спорта до научно-технических и исследовательских проектов. Я изучал систему поощрений и наказаний в учебных заведениях Ивановской губернии до революции. С этой работой я сначала прошел региональный этап чтения, это чтение имени Бурелина, прошел в Москву на всероссийское чтение имени Вернадского. Там мое выступление оценили по достоинству. И я стал лауреатом этих чтений. У этих молодых людей впереди еще много открытий. И получение премий и дипломов – только старт для будущих достижений. Хотелось бы пожелать, чтобы это был только первый шаг в ваших успехах, в вашем становлении в жизни. Я искренне благодарен, конечно, вашим учителям, наставникам, родителям, которые сумели вокруг вас создать такую обстановку, что эти успехи стали возможным. От всей души поздравляю вас. Мария Попова, Андрей Синеволков, РТВ Иваново.